Николай Владимирович, я знаю, что Сергей Иванович Сухарев в конце прошлого года, в том числе он открыто это говорил на пресс-конференции с представителями местных средств массовой информации, он обращался к подрядчику компании ТСК о том, чтобы по договоренности расторгнуть заключенный договор на реализацию проекта по благоустройству сквера имени Марины Алексеевны Ладыниной. Вы что-то об этом знаете? Как вообще подрядчик отреагировал? Что касается обоюдного расторжения, в настоящий момент еще официальной позиции администрации в этом отношении нет. Работы действительно такие ведутся. Ведутся подсчеты объемов. Также подрядчик ведет подсчеты возможных убытков в случае продолжения исполнения этого контракта. Потому что по заявлению подрядчика, и действительно это факт, мы это подтверждаем, с января 2021 года выросли цены значительно на многие виды производства работы материалов, в том числе металлоконструкции выросли от 30 до 40%, некоторые электронные компоненты, которые были заложены. Да, не проект, а товары, которые поставщик должен был купить, в прошлом году, они подорожали значительно, где-то на 30-40%. Но он ведь их не купил? Естественно, он их не приобрел, соответственно, слов подрядчика сейчас, этот контракт для него уже не столь выгоден, потому что мы не имеем права в рамках этого контракта поднимать стоимости. Это у нас зафиксировано нашим СЛР, ну, нашим контрактом, который был заключен еще в 2020 году. Соответственно, если будет такое решение, будет расторжение, двухстороннее расторжение. Но пока... А что вы тогда будете делать? Мы это кто? Опять конкурс? Администрация, да, город Назарово? Ну, я имею в виду заказчик. Да, если будет расторжение в рамках двухстороннего соглашения, в таком случае будет рассматриваться следующие заявки, которые у нас есть по этому аукциону. Если заявки есть, в таком случае аукциона дальнейшего не будет. А если заявок действующих нет, в таком случае будет заново проводиться аукцион на оставшиеся виды работ.